Это не френч дог, френч лог. Это не пинбол, френч лог. Это Оля, она стесняется говорить на камеру. Она самый лучший стилист в России. Она дизайнер, который сам делает вещи, а потом их собирает для нас. Это Глеб без штанов. Но будешь, как Ауджей, потом удалять влог из-за того, что вставили тебя без штанов? Нет, я наоборот влог буду продвигать за то, что без штанов. Вы сейчас внутри блога про вечерний Ургант. Круто. Расскажите ваши ощущения. Грязь, да. Я бы мог сказать, что мы чувствуем себя очень трепетно, но на самом деле нет. Все очень уверенно и круто, и не стрёмно ни разу. Расскажи про твои ощущения, когда ты узнал, что ты едешь на вечерний Ургант. Нормально. Мы выбрали, кстати, песню «Секрет» для Урганта, потому что во всех остальных песнях у нас есть маты и плохие слова. И кроки-бой. Вот. А как ты прокомментируешь то, что у тебя теперь нет синих волос? Я люблю свои волосы и хочу, чтобы их полюбили все тоже. Как думаешь, их полюбят? Нет. Или все будут кричать, где синие волосы, верните настоящую Мэйби, это подделка? Но я сделала мэйби, я и есть мэйби. И ты никогда больше не будешь надевать парик? Ну почему, буду по приколу периодически. Феминизм! Женская группа! У-ху! Забрали новую группу! Пацаны, какой у вас любимый трек с альбома «Не разлей вода»? Бенстрак. Бенстрак, вот зрители не понимают, что за Бенстрак. Рокстар Мобиля называется. Кирпич. Соси кирпич. Что расскажешь? Ну вот сейчас идем к нашему вагону. Мы выкупили 2 купе, чтобы не заразить никого смертельным вирусом. И чтобы самим не умереть. Да мы выкупили 2 купе, потому что можем. А, да, потому что можем. Да, Глебас? Глебас просто огромные яйца, поэтому их надо куда-то класть. Купили ему купе отдельно и едем в соседнее все вместе. Фу, кошмар. Че, Глеб, вкусно? Да. На Ургант-то едем. Да. И вот так артисты ездят на Ургант. Можем себе позволить 3. Они вообще-то дорогие идут, да? Если еще продолжать тему того, что дорого в этом мире, так это лимонады. Вот раньше я постоянно там цеплял колу, взяла фанту. Сейчас я в какой-то момент зашел в магаз, и там кола 70 рублей стоит, и все по 70. Я просто вообще не понимаю, что за дела. Был прям момент, когда я зашел, все по 70. Все лимонады по 70. И думаю, что за прикол. Да, сейчас налетят эти биохимики, типа там, которые колы — это вредно, все дела, там, биоборы. Биохимики? Биохимики эти, которые там, ну, типа, против убийства животных. Биохимики против убийства животных будут говорить тебе, что кола — это вредно, да? Вот так в твоем мире эта хуйня работает. Только заикнешься про колу, сразу биохимики против убийства животных летают, и типа, биоборы. Тебе не жалко ни коровку, ни свинюшку, ни собаку? Да, я как-то даже не думаю. Ну, типа, смотрю на кусок мяса и не представляю коровку, свинюшку, собаку. Тут просто я в отражении за вами. Как дебил с камеры. У нас, короче, проверяли только что температуру, если бы Глебас спалили, что у него температура 40, но не пустили. Что ты не снимаешь, как я голову мою? Я снимаю, нахуй. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я сделал вот так гитару на Урганте, и мы могли все смеяться над хуевой гитарой. У меня вот такой сегодня лук. Вот это отсылочка к парику Maybe Baby. Вот. Тут кедик. Это, кстати, куклу мне подарили кто-то из фанатов. Но вы не беспокойтесь, я ее не ломала, я просто сняла голову. Она снимается легко.
Они интервью. Я в туалет. Ну да, Чеглибас. Потом расскажи, как вышло. Как вам выступление? Не знаю, посмотрим. Ну, эмоции. Мы, короче, выступили на Урганте, было очень круто, как будто бы мы очень важные. А еще к нам очень хорошо относились, за что большое спасибо. Посмотрим в комментах, как мы выступили. Если херово, во всем виноват Кроки. Факты, я там подкручивал. Да, он подкручивал и плохо поддерживал. Ну, не получилось, короче, расслабиться, поэтому переживание осталось. Угу. Но мы все равно очень старались. Надеюсь, в следующий раз мы не будем так переживать. Зазвездимся и станем мировыми суперзвездами, и нам уже вообще будет пох. Мы обдолбанные придем на Урганте. Да, реально, надеюсь, в следующий раз обдолбанные. Кукла Аллы. Скорее всего, этот видос выйдет, ну не скорее всего, а точно, когда вы уже посмотрите выпуск, напишите хейтерские комментарии, либо что я красивая очень. Если еще не написали, зайдите, напишите, что я красивая. И что выступили хорошо.